За все время существования этого канала я поиграл в сотню игр. И более того, я поиграл гораздо более чем сотню игр. Не говоря уже о том, что тысячи игр было пройдено мною. И казалось бы, ни одна игра не прошла мимо меня. Я знаю все обо всех играх. Более того, я знаю обо всех играх все! Но не тут-то было. Оказывается, одна игра ускользнула от меня. Я не знаю, как такое возможно, но, скорее всего, это потому, что игра абсолютно неизвестная. Но я сказал, что ни одна игра не пройдет мимо меня. И поэтому сегодня мы с вами играем в Майнкрафт. Дно пробито. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем с вами играть в игру, которую я не знал, что я однажды поиграю. Майнкрафт! Короче, почему бы и не поиграть в Майнкрафт? Ведь это та самая игра, которая почему-то от меня была всегда закрыта. Я один раз в жизни в нее играл, когда, ну, очень-очень давно, когда она появилась, я зашел в нее, потыкал, поклацал и забил. Но я не знал, что однажды я к ней вернусь. Что потыкано однажды, потыкается и снова. Такое пророчество было. Оно где-то там было, гласило, что я вернусь в Майнкрафт, чтобы поиграть у вас на глазах впервые. Но я не буду притворяться дураком, что я типа совсем ничего не знаю об этой игре. Я знаю все про нее. Я знаю, как она выглядит, я знаю, что там делается. Просто я никогда сам это не делал. И сегодня мы будем с вами это делать. Вместе с новым миром. Давайте создадим, чтобы была сетевая игра. Пусть кто-нибудь туда подключается. Мир называется Мир Юджина. Режим выживания. В целом, мы же любим, да, выживалки. Почему бы не повыживать в Майнкрафте? Создать мир. Мы здесь! Вот, собственно, Майнкрафт. Давайте смотреть, что мы можем с вами делать в этой игре. Ну, смотрите, у нас есть сердечки. Их целая куча. И целая куча еды. Надо, чтобы сердечки не понижались. Так же, как и кусочки мяса. А значит, нам все-таки нужно что-то строить. Чтобы сделать древесину тропического дерева, нужно бревно тропического дерева. Верстак нам нужен, да, в первую очередь. Чтобы сделать верстак, нам нужно доски из древесины дуба. Древесина дуба, иди сюда. Это оно? Как понять, что это дуб? О, смотрите, петушок идет. Нет, это утка. Давайте проход ей сделаем. Заходи, не бойся. А, погодите, она может и так подниматься. Ладно, вот-вот-вот, давай, в загон. Сейчас мы сделаем загон для утки. Точно не поднимется, она будет обречена. Ой, я чувствую уже себя древним выживальщиком. Чё, эй, не пали! Не пали ловушку, отвернись. Вот так, спасибо, утка. Да куда она пошла? Я же ловушку для тебя делал. Так, стоп, она идет. В ловушку идет. Заходи сюда. Давай, давай. Нет, чертово дерево, листва мешается. Стой, утка. Надеюсь, она меня не манит в ловушку. В ту сторону пошла. Не в ту сторону ты пошла. Сныкалась. Иди сюда. Иди сюда. Как там утки звучат? Давай. Нет, в другую сторону пошла. Наверх. Есть. Есть. Дальше. Блин, я убил ее. О, еще одна утка. Евгений, ты что? Только что убил моего сородича? Ну, как бы это сказать? Да, бич. Окей, мы искали дуб. Вот он, дубовое бревно. Я еще могу перо в руки взять и продолжать добывать пером. Понятно, тут вообще все подходит для добычи. Мы набрали целых 8 таких бревен. Нужны доски. Все, я понял. Значит, давайте сделаем раз. Вот таким вот образом, да. Ага. Все, видите, мы крафтим из этого доски. Учитесь, друзья, в эту игру никто еще гайдов не делал. Смотрите, целых 8 верстаков можем замутить, но нам один только нужен. Пока не знаю для чего. Палка! Сделаем палку. 4 штуки. Пригодится. Утка, я слежу за тобой. Когда же ты заберешь ее в мою ловушку? Я должен пропитание добыть. Погодите, у меня есть идея. Я очень идейный человек. Мы будем копать под тебя... Утка сзади пыталась подойти. Мы будем копать под тебя, утка! Да, давай! Налево! Давай! Пожалуйста! Давай! Есть! Ну что, крякнула, бич! Смотрите, как беспомощно она смотрит на меня. Все, теперь ты здесь живешь. Да, я ничего не знаю. Опа! Смотрите! Это что, яйцо? Да, это утиное яйцо. Эй, ты! А ну высиживай его. Так, собственно, нам надо сделать какую-то поляну для постройки дома. Я так понимаю, это нам нужно ведь? Мне нравится прямо здесь, если честно. И мистер Утка рядом. Да, мистер Утка, как поживаешь? Давайте выроем небольшую вот эту ямочку. Чисто под фундамент, чтобы залить. Кстати, становится темно. Это значит, волки скоро придут. Ну, кстати, без шуток, становится прям
По-настоящему темно, и я ничего не вижу. Костер, вот. Чтобы сделать костер, нам нужен верстак. Нет. Давайте поставим этот верстак, собственно, куда-нибудь. Уже не знаю. Ну, здесь пусть стоит. А как тебя поставить? А, во! Вот так он встает. Теперь костер. Чтобы сделать костер, нам типа догадаться надо? Может быть, палка? Я не знаю, что делать. О май год. Опа! Там что-то стрёмное. Что за мразь? А, это паук. Вот верстак, мы открыли его. А теперь... Ага. Все, понятно, вот где показываются рецепты. Опа, смотрите, уже могу делать, видите, деревянная кирка, деревянный меч, топор. О, вот меч, урон 4. Делаем. А, вот стены пошли. Мы можем с вами сделать никакие стены. Погодите, а мне кажется, мы просто можем сделать вот такие, из досок, да, стены? Все, да, так и сделаем. Сейчас замутим клевую хижину себе. Доски из древесины дуба, которые буду размещать вот здесь. Зачем я здесь разместил? Нафиг. Нам надо вот это дерево тоже убрать. В целом, я боялся, что ночь будет опасным каким-то событием, но все окей. Абсолютно безопасное место. Сейчас мы укроемся под кронами деревьев, и хищники с воздуха не заметят наши хижины. Мы будем в безопасности. Ты там еще? Ха-ха. Тупая утка. Итак, давайте строим стену. Что? Кто это сказал? Кто сказал, блин? Меч. Это у меня есть, если что. Утка, это ты там делаешь? Ну-ка, хватит. Как? Какого хрена? Стоп, я, кажется, видел. Вон там. Ладно, не страшно. Пока он вдалеке и пока я контролирую ситуацию, все в порядке. Я контролирую ситуацию? А, это крипер! Ой, блин! Фух. Как вовремя я увидел тебя, сэр. Главное, утку мы не трогай. Сдохни, подохни. Погибнуть. Умереть, вымереть. Есть! Подобрал жижи. Вкусный, брызгательный жижим зомби. Ты жив там? Все в порядке, окей. Да, кстати, дверь надо сделать. Ой, да блин. Итак, дверь из дуба. Сделана. Целых 3 штуки замутили. Люк из дуба. Сделаем. Так, так дофига стоит. О, мне не нравится это. Что это было? Что? Кто-то стреляет из лука в меня. А, вон он. Утка. Блин. Женек, ну что, напоролся на свою ловушку? Думаешь, я не уйду отсюда? У меня же есть перо. Сейчас я выйду отсюда, как нефиг делать. А ты, стой. Нет, сказал, стой. Я сказал, стой. Пошел. Где этот скелетон? Витя, Витя что делает? Что творится на Руси? Жалко, я не могу подобрать его стрелы. Мне бы очень пригодилось. Они, походу, уходят. Все, ты сиди там, ты наказан. Ладно, первую ночь мы пережили. Это казалось легче, чем я думал. Вообще легкотня. Вы слышите? Вы слышите это? Где эта мразь? Мразь. Вот он! Ну все. Оу, стрейф! А, черт! Какой меткий, оказывается. Блин, эта тварь застряла там, что ли, получается? Я думаю, пусть там и стоит. Ой, коцался. Да сволочь! Утка! Сколько можно, а? 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 А, вот, может даже так подниматься. Я хочу убить эту тварь. Он мне мешает, он мне на нервы действует. Иди сюда, убить буду. Ой, еще одно яйцо. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. А! Бить! Да! Нет! Нет! Нет, ныряй! Ныряй, креветка, спаси меня! А что я так нырнул? А как вынырнуть? Почему не выныривается? Ты баг, что ли? А, все. Так, знаете что? Пора бы дом себе сделать уже таким нормальным, чтобы защищен был. Со всех сторон. Вот. Теперь мы можем... Че, открывать дверь, да? Открывать, закрывать. Моя первая дверь и мой первый дом. Я только начал играть в игру, уже такой прогресс. Сволочь, я что, опять упал? Привет, утка. Сколько можно? Да я не буду париться, наверное, просто вот так вот вылезу и все. А ты там сиди. Смотрите, у меня собственный дом. Давайте сделаем парочку ступенек. Ну, 4 штуки. Я так понимаю, он и будет по пачкам таким делать, да? По 4. А, и попробуем разместить их, вот чтобы нам на крышу забираться. Вот здесь. Просто идеально. И идеальное количество досок мы подобрали. Все. Это наш дом, посмотрите на него. Он прекрасен, ну, действительно неплох. И даже музыка такая, слышите, играет.
Моя первая постройка в Майнкрафт. Возможно, и последняя. Слышишь ты, утка, ничтожная, посмотри на мое строение, величественное. Мне так нравится, когда смотрит на меня. И скажешь по ней, ее вообще удручает тот факт, что она там в яме, или ей насрать? Вот, смотрите, враги, они прям рядом. И дело в том, что уже ночь. Знаете что, у нас есть сырая курятина, и нам необходим костер. Как кострище сделать? Древесный уголь и акациевое дерево. Бревно. И палки. Нам надо где-то уголь найти. Уголь, по логике, находится где-то там внизу, да? Давайте копать вниз. Не в твой низ будем копать. Я буду рядом копать. Ты не выйдешь отсюда, я тебе говорю, все. Забудь об этом. Ты никогда больше не выйдешь. Что это вот такое? Вот это что такое? Что-то подобрал? Так... Кажется, я ничего не подбираю. Мне кажется, перо не очень подходящее приспособление для того, чтобы копать этот камень. Давайте выбираться отсюда. У нас там была возможность сделать кирку. Вот, доски из древесины дуба. Всего лишь надо дуба немножко добыть. Погодите, а еще есть деревянная лопата. А чем было бы лучше копать? Давайте сделаем и то, на всякий случай. Так, где у нас было место раскопок? Вот. Ты сидишь там, понятно? Ого! Ого! Вот это скорость! Вот, отлично! Так, мы даже что-то добываем, по-моему. Мы камень добываем! Так, я что-то, мне кажется, зря копаю так глубоко. Давайте будем делать лесенку вверх. Так, я уже куда-то копаю в бок, походу. Я потерялся. О, нет. У меня сломалась кирка. Слышится неприятная музыка. Не страшно. Окей. Давайте попробуем вернуться назад. Да, хорошо. Все. Все, без паники. Вообще без паники. Вот. Мы пришли, увидели и выжили. Теперь просто возвращаемся. Ух. Ты тут еще? Он даже не смотрит на меня. Обиделся. Мы сейчас не о нем должны думать. О еде. Мы с вами не добыли угля. Чуть мне не нравится здесь стоять, колдовать над этим. Давайте заберем его. Смотрите, паук плавает. Так, можно разве? Насрать. Насрать и забыть. Давай, вот здесь стой. Все, будем экспериментировать сейчас. Итак, чтобы сделать железную кирку, нужна железная руда. Но это у нас нет. Но у нас есть каменная кирка. Давайте сделаем палку. Для палки нужно вообще фигню. И каменная кирка готова. Каменная лопата готова. Может быть, каменный меч, точно. Каменный меч. Так, делайся. Каменный топор еще, да. И каменный меч. Вот. Теперь понять бы, где можно добыть уголь. О, мрази купаются. Мрази купаются и видят меня. Они меня увидели. А, черт, надо увести их от дома. И от моей утки. Никто не позволит моей уточке быть не взаперти. Атака со всех сторон. Быстрее, плывем. Надеюсь, они не очень хорошо плавают. Вот, смотрите, вдалеке какое интересное место. Ну-ка, побежали туда. А это что? Ты кто? Ты что за бородатый бычок? А, это просто бычок, да? Ой, какой смешной. Так, не знаю, что с тобой делать, но ты очень смешной. Ой, блин, это дождь. Фу. Пока не будем отвлекаться ни на что, у нас важная миссия. Блин, смотри, какие горы. У нас важная миссия, нам надо добыть обязательно угля. Это надо сделать прямо сейчас. Да, это была просто маленькая корова. А вот его мама. Ты потеряла сына. Иди туда, в ту сторону. Да, в ту сторону, все верно. Вот, смотрите, что за материал? Перо подскажет. Нет, давайте вот этим его разобьем. И я добыл, пожалуйста, скажи, что это... Уголь! Это уголь! Я прям как знал, прям почувствовал, что в этом месте меня ждет сокровище. Как много угля. А что за маленькие алмазики мне еще даются? А, это экспириенс, да? Это я экспу получаю. У меня уже второй левел, кстати говоря. Давайте по максимуму сейчас добудем угля, чтобы потом не нужно было возвращаться. Ух. Ну что ж, очень удачно. А, нет, все, мы не можем бежать теперь. Походу, мы устали. Нам нужно срочно еду сделать. Не знаю, для чего эти растения нужны, но я тоже их возьму. Зомби, где они? Вроде пока нету никого. Ой, надеюсь, мою утку не тронули. Дом, я пришел домой. О, овца. Утка! Утка! Тут дерьмо. Знаешь что? Ты пойдешь в яму. Какого дьявола? Какого дьявола? Это ты убила утку, да? Ты, мразь! Я сказал, ты идешь в яму! Оно должно пойти в яму! Стой! Вот. Нет. Нет, сюда идешь. Нет, сюда идешь. Ладно, хрен с тобой. И я сам упал. Да, блин. Утку убили.
Стоило мне отойти. О, блин, я есть хочу. Все, в жопу утку. Так, быстрее, 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 быстрее. Костер, как? Уголь есть. Акации, акациевое дерево, забыли. Давайте печку сделаем, пофиг. Вот здесь. Теперь. Да, правильно, что делаем печку. А теперь палку. Все, давай, жарься. Мало что-то, да? Вот. Правильно сделал, что в итоге печку замутил. А, вот, жру. Живу. Все. Я почувствовал мясо. И теперь не могу без него. Этот голод. You gonna die. Все. Получил. Что я получил? Гнилая плоть. А, вот, сырая баранина. Я не думаю, что гнилая плоть мне нужна. Я состою из нее. Ну, давайте попробуем еще разочек. Значит, вот баранина. Жарься. Вот это кайф. Жареная баранина. Сточили. Все, теперь мне надолго хватит. Но желательно еще кого-нибудь убить. Все животные убежали с моих краев. Потому что эти зомби, да? Это вот ты во всем виноват. Хорошо. Есть. Смотрите, вон. Какой смешной. Что это? Ты кто есть? Ты лама? Узнаем, когда убьем. А, это была овца. Черная шерсть. А сколько нужно черной шерсти, интересно? Погодите, у меня же и белая шерсть должна быть. И белая шерсть есть. Мы можем любую из этих кроватей сделать. Алоэ свинство! Оу. А где мой дом? Слышите? Я слышу. А, вон мой дом. Вон он. С мечом. Они разумные. Так, отдал мне вот эту штуку. Или что это у него было? Мороженое, что ли, в руках? У него была железная лопата. Забавное ощущение, смотрите. Смотришь на это. Дикий мир. Вообще, полный отстой. И тут раз, сразу какое-то чувство порядка и комфорта возникает. Не хватает окон. У нас есть только два сверху. Но этого мало. Так, смотрите, нам нужно еще две шерсти. А, понятненько. Ой, мама, что было? Что было? Что это было? Вы слышали? Что за маг? Ой, кто? Это корова? Ты пришла в гости ко мне? Корова? Я что-то не понял. Что это было? Там монстр! Там монстр! Ой-ой-ой-ой-ой, я не хочу с ним иметь дело. Нет, спасибо. Все. О, он здесь. Он где-то рядом. Не думаем о нем. Если о нем не думать, он исчезнет. Перестаньте о нем думать! О, блин, слышите? Кто-то подкрадывается. А тут что, нет такого понятия, как окно? А, есть стекло. Ага, ага. Ой, блин, да, нам окна еще долго не видать. Белый краситель нужен и стекло. А стекло, как сделать, это еще отдельная тема. Слушайте, я думаю, я могу сделать просто сейчас дырку. Это будет как бы такое небольшое окошко во внешний мир. Слушайте, мне кажется, ко мне кто-то пытается пробраться очень нагло. Посмотрим, рискнем. Паук! Ой, мама! Нет! Нету здесь никого! Очень нужно шерсть замутить, нам нужно поспать. Наверняка же кровать восстанавливает хп. Так, чисто? Никого нет? Вон, смотрите, еще один урод. Вон он, уродец, скелет. Мне нужен лук. Я могу сделать лук? Это на верстаке надо смотреть, что я могу с ним сделать. Из чего, точнее, я могу сделать. Вон еще паук. Блин, тут купающиеся пауки. Опа. Что это было? Сдается мне ночью, вообще нет смысла уходить, потому что вон криперы, там паук, и все обычные животные куда-то исчезли. Окей, давайте... Ой, блин, зомби. Давайте просто дождемся тогда. Не знаю. Стоп, у нас же есть... У нас же есть мертвая плоть гнилая. А что с ней можно сделать? Давайте посмотрим. О, черт, нет, там лучник. А, вот, иди сюда. О, нет, не жрать! Если ничего нельзя сделать. Я думал, ее можно кинуть как приманку. Ну-ка. Давайте. Нападем! Файт! Оп! Оп! Есть! Есть, хорошо! Удар! Беги отсюда, Евгений! Беги! Нет! Да, блин! Есть! Убил! Фу! Убил! Убил! Фу! Хорош! Я на грани! О! А, это улей. Вот что меня привлекло. Ой, ребят, я в очень щекотливом положении нахожусь здесь. Надо срочно домой переждать все невзгоды. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите, кто там ходит возле дома моего. И, кстати, я лук со скелета так и не подобрал. Но подобрал кость. И стрелы. Что это?
Ты что есть? А, теперь я боюсь нырять в воду. В принципе, у меня уже полное хп, поэтому давайте рискнем, заодно изучим. Такая мразота плавает. А, их целая куча здесь. Они, походу, добрые, в отличие от тебя. Так, давайте посмотрим. Вы добрые? Есть, хорош. Рыбку поймал. А, какого? Кто посмел? Это зомби левел второй, да? Более сильный. Или это водяной, не знаю, кто ты. Ах, рассвет. Ну что ж, мы выжили с вами целую кучу дней и ночей в этой игре, впервые играя. Сразу просекли, что нужно делать. Я думаю, я справлюсь. Я смогу выжить в этой игре. Может быть, пока у меня особо нет ничего, нет навыков, но зато у меня есть мой надежный дом. И на этом, друзья, мы с вами закончим играть в Майнкрафт. Это был такой затравочный эпизодик. Просто, не знаю, поиграть в эту игру, приколоться разок-другой. Если вы хотите увидеть больше, друзья, то обязательно ставьте 1000 лайков, чтобы я видел, что вам хочется увидеть эту игру побольше у меня на канале. И мы поиграем. В общем, я учту ваше мнение обязательно. Также не забывайте писать офигительные комментарии, которые вы пишете обычно у меня под видео на YouTube. Там, кто из вас первый написал комментарий, кто второй, кто успел до 0 просмотров, кто успел до 0 лайков. Ну, в общем, все вот эти вот классные комментарии, которые вы пишете. Ну а с вами был Юджин, не забывайте про все мои соцсети и всем пять!